Здравствуйте, вашему вниманию очередной выпуск информационной программы «Твои новости» в студии Марины Бартинева. И вот лишь некоторые темы. На что имеют право беженцы? Прибывшим в Новокубанский район из Донецкой и Луганской областей Украины рассказали, как получить правовой статус и другую различную социальную помощь. С подробностями Роман Габарец. Сказались ли на стоимости продуктов питания, введенные в стране санкции? Ситуация в Армавире разбиралась Дарья Топчиева. 20 августа стартовала первая смена лагеря «Патриоты Кубани». О том, как проводят досуг участники смены, расскажет Анна Туринова. В поселке Заветный продолжается строительство сразу двух социально значимых объектов – детского сада и храма. Построить их еще несколько лет назад просили жители Заветного. Детский сад и храм расположены рядом друг с другом, поэтому с их появлением здесь формируется и новый благоустроенный район. Проинспектировал глава Армавира и строительства в городе новых зон отдыха. Все подробности далее. Строительство храма в поселке Заветный сейчас идет полным ходом. Уже возведены кирпичные стены. В ближайшее время на храме будет установлен купол, начнется внутренняя отделка. Осмотрев объект, глава Армавира Андрей Хаченко определил перед подрядной организацией ряд задач, которые необходимо решить в первую очередь. Вопросы благоустройства вокруг храма и на самой территории глава Армавира тоже взял на личный контроль. Этот тротуар идет к саду. Он больше и не нужен, он проектный. А здесь по улице, он может быть и 2,40, и 2,50. Ну, согласен. Ну, тогда, Андрей Ильич, как он будет, здесь вот этот вот, у них же вот так идет бордюр, им надо вот здесь до конца это не вести, а вот здесь вот остановиться. Здесь же, в нескольких метрах от храма, продолжается строительство детского сада. Работы, как говорят строители, идут по всем фронтам. На прилегающей территории возводятся веранды, детские игровые площадки. Строители стараются успеть к сдаче объекта в намеченный срок. В помещениях детского сада рабочие уже приступили к шпаклевке, к укладке плитки, к покраске комнат. Как идет строительство, приехал посмотреть глава Армавира. Андрей Харченко обсудил с подрядчиками вопросы, связанные с вводом дошкольного объекта в эксплуатацию. Детский сад «Колокольчик» будет рассчитан на 140 малышей. Открыть его планируют уже этой осенью. Проинспектировал глава Армавира и строительство в городе новых зон отдыха. Это своего рода мини-скверы. Сейчас идет обустройство 8 таких скверов в разных микрорайонах. Масштабы для города небывалые, говорят строители. Построить за один год сразу 8 зон отдыха – задача непростая. Уже установлены торшеры, скамьи, уложена тротуарная плитка. Сейчас озеленители завозят землю для новых цветников. Кроме этого, на улице имени маршала Жукова скульпторы продолжают работы над композицией «Голубь мира». А в Ефремовском сквере около микрорайона Бар продолжается благоустройство и строительство постамента, на котором ко дню рождения Армавира появится свой ангел-хранитель города. В плену обстоятельств. Ежедневно в Армавир, спасаясь от войны, прибывают десятки граждан Украины. На сегодняшний день их насчитывается более 700 человек. Основная масса людей верит, что на их родине боевые действия прекратятся, и они смогут вернуться домой. Именно на это надеется и жительница Луганской области Наталья Котик. Но пока она вместе с детьми вынуждена искать помощи у армавирцев. Тему продолжит Наталья Полякова. Наталья вместе с Яной, подругой по несчастью, потихоньку разбирают пакеты, полные гуманитарной помощи от жителей Армавира. Ну вот это нам все люди передали, все, что могли. Вот, мы приехали практически без вещей. Все люди носят. И консервацию, вот, консервацию. Ян, поставишь на кухню тогда. Это уже второй их переезд за 2 месяца пребывания в Армавире. Женщины не в силах были жить вместе с детьми в опасности. У Натальи взрослая и полуторагодовалая дочери, а у Яны сын 2,5 года. И приехали в Армавир. Мы приехали 18 июня сюда из Луганска. У нас были проблемы, там началась бомбежка. Поэтому мы собрали вещи, чем могли, тем и уехали. По 2 сумки взяли, сюда приехали. Моя дочь вот решила, выбрала Армавир. Людей очень много предлагающих жилье. Вот, у нас денег было совсем мало, поэтому мы как смогли, так и приехали, здесь нас помогли. Сначала женщинам с детьми горожане предложили жилье на время безвозмездно. Но в связи с обстоятельствами, сложившимися у принявших их людей, через некоторое время украинкам пришлось съехать. И вот теперь они нашли новую 3-комнатную квартиру, но уже съемную. Проживать здесь будет 6 человек, 4 взрослых и 2 маленьких детей. Мы уже работаем, поэтому мы сами уже своими силами пытаемся снять квартиру. Снимаем все за деньги,
Вот, если говорят, что нам платят по 800 рублей в день, то нам никто не оплачивает, мы ни копейки не получили. Мы получаем на первое время, это стартовый, ну, набор продуктов. Спасибо. Администрация очень хорошо регулирует все это. Детки поустраивались в садик. Большое спасибо на вашему драмтеатру, огромное. Все, что могли, они нам смогли. Наталья Николаевна нам вообще доставила и диваны, и кресла, ну и вещи. Но этого пока для 6 человек не хватает, признается Наталья. Квартира полностью пуста. Поэтому жители Луганской области будут рады любой помощи от армавирцев. Шкафчикам, мебели и многой другой домашней утвари. Люди дорогие, обращаемся к вам. Вы, я даже не знаю, как сказать. Большое вам спасибо, что вы помогаете. И помогайте, пожалуйста, потому что нас много. Люди все бросают, уезжают ни с чем. Мы тут вообще бомжи получаемся. Наталья не в силах больше сдерживать слезы. В Луганске у женщины остались еще дочь с семьей и многие родные, с которыми она не может связаться уже неделю. Мысль о том, что война скоро закончится и можно будет вернуться домой, Наталью не покидает ни на минуту. Будем тут временно, я надеюсь, очень временно. Не дай бог кому-то попасть в такую ситуацию, конечно, что нам пришлось вот так вот уехать ни с чем. Чем можете, помогите, потому что... Ну, у каждого может такая сложиться ситуация тяжелая, не дай бог. Если без людей, я вообще не знаю, как бы мы здесь выжили. Война никого не щадит, там всех подряд убивают, и не считаются дети, не дети, там убивают всех. Не остаться равнодушным к чужой беде может каждый. Если сердце побуждает вас помочь этим людям, позвоните по телефону, который видите на экране. Наталья Полякова, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира». В Центре занятости населения Новокубанского района состоялось заседание оперативного штаба по оказанию гуманитарной помощи прибывающим гражданам из Украины. На встрече побывал и Роман Габарец. Беженцы из Донецкой и Луганской областей Украины продолжают прибывать в Краснодарский край. На совещании сообщили, на территории Новокубанского района их более 400. Мужчин трудоспособного возраста у нас 116 человек, женщин трудоспособного возраста 168. Дети от 0 до 18 лет – 130 человек, пенсионеры – 33 человека. Большая часть размещены у родственников, знакомых. У нас еще, кроме этого, размещены в пункте временного проживания. Первое, что необходимо сделать гражданам Украины, это определиться с правовым статусом. Они могут подать заявление на временное убежище или на получение разрешения на временное проживание. В ряде областей Российской Федерации эти люди имеют право на существенное материальное пособие, выдаваемое сразу после приезда и по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по месту пребывания. В соответствии с государственной программой выделяются две категории территорий, на которые могут переехать участники государственной программы и члены их семей. Территории приоритетное заселение и территории, не относящиеся к территории приоритетного заселения. Право на получение подъемных предоставляется соотечественникам на любой из указанных категорий вселения. Однако размеры пособия в зависимости от категории территории вселения отличаются. На территории приоритетного заселения, слушайте внимательно, это Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская, автономная область. Размер пособия по обустройству подъемный выплачивается в два этапа. Гражданам Украины на заседании также рассказали о возможности получения различной социальной помощи. Все дети школьного возраста 1 сентября пойдут в образовательные учреждения района, а детсадовцев на общих основаниях поставят на очередь. Тем, кто оформит правовой статус бесплатно, можно будет пользоваться медицинскими услугами. В противном случае рассчитывать придется только на экстренную помощь. Необходимо определиться и с трудоустройством. Все лица, которые трудоспособного возраста, не имеют никаких ограничений для этого, нам надо решить вопрос с работой. Потому что понятно, что кто-то рассчитывал, может, месяц тут быть, там, чуть больше, да, и вернуться домой. Но ситуация складывается так, еще неизвестно, сколько вы будете, и, наверное, нужно уже как бы переходить на новый этап и как-то более налаживать свою жизнь, находить работу. Специалисты Центра занятости населения Новокубанского района ознакомили присутствующих с банком вакансий. Работу предлагали на территории муниципального образования, края и страны в целом. Всю необходимую информацию по теме встречи беженцам выдали в виде памяток. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Армавира».
К другим новостям. Введение нашим правительством ограничений к ввозу товаров из некоторых стран вызвало рост цен на продукты питания в ряде городов России. В Армавире он был зафиксирован 13 августа, сообщили в отделе цен и тарифов. Тогда мясо птицы подорожало на целых 40%. Как сейчас обстоит ситуация со стоимостью продуктов в городе, попыталась выяснить Дарья Топчива. В отделе цен и тарифов армавирской администрации сейчас относительно спокойно. Количество звонков с вопросами о повышении цен заметно поубавилось. А еще недавно жители обеспокоенно интересовались, почему мясо курицы значительно прибавило в стоимости. По состоянию на 20 августа цены были снижены до уровня сезонного колебания. А также мы отмечаем снижение цен на муку и крупы, овощи и сыр. Если в течение одного месяца на какой-либо продукт питания будет зафиксировано повышение цены на 30 и более процентов, цены на этот продукт будут подлежать государственному регулированию. Мы решили выйти непосредственно на армавирские рынки и узнать, как там обстоят дела с ценами на продукты питания. Продавцы на общение не всегда выходили охотно, но некоторые были не прочь поделиться наболевшим. А скажите, вот цена поднялась, да, вы говорите, на мясо? Ну вот куры, вот эти вот куры, совсем они недавно стоили 110 рублей, вот сейчас они 155 рублей. Поднялось все, полуфабрикаты и куры, все цены поднялись. Ну я не знаю, какой период времени, 2 недели, 3 недели. Поднимаются цены. А сейчас мы находимся в мясном отделе. Узнаем, произошел ли скачок цен на свинину и говядину. Спросим у продавца. Скажите, повысилась ли цена на свинину и говядину за последние 2 недели? На свинину поднялась. А на сколько? Ну, рублей на 20. В связи с закупкой. Закупка подорожала и цена поднялась. Здравствуйте. Скажите, подорожала ли колбаса в августе? Здравствуйте. Подорожала, но совсем немного. А на сколько? Ну, рублей на 5, на 10, вот так, не больше. Подорожала молочная колбаса, полукопченая колбаса и сырокопченая. Рост цен отмечается и на молочную продукцию. Так, в августе сметана по закупочной стоимости прибавила 4-6 рублей. Импортный сыр подорожал практически на 20 рублей. А вот молоко и кефир пока сохраняют свои позиции. Как рассказали продавцы, цена на крупы держится стабильно. Наблюдаются лишь отдельные повышения. Так, к примеру, рис в августе в закупке подорожал на 3-4 рубля. А сейчас мы узнаем, поднялась ли цена на яблоки в августе. Скажите, как у вас с этим обстоит дело? Цена, скажем так, дороговата, потому что дефицит яблок. Потому что Сад-Гигант, такие большие производители, еще не начали возить. Кабардино-Балкария еще яблоко не везет. Может быть, вот-вот начнется и цена упадет. Упадет цена или поднимется, специалисты отслеживают, заверили в армавирской мэрии. Ситуация мониторится и находится под контролем. Хочу обратить внимание армавирских покупателей. Не создавайте ажиотаж при повышении цены. Не закупайте продукты, которые дорожают впрок и надолго. Цены под жестким контролем администрации города и лично главы города Андрея Юрьевича Харченко. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. А вот как оценивают ситуацию с ценами на питание местные жители? Наша съемочная группа вышла на улицы города с вопросом, считают ли армавирцы, что стоимость на продукты в августе выросла. Да, на все импортные. Персики, нектарины, априкосы, туда же. Груши завозные или яблоки. Я не знаю, с чем это связано, но цены поднялись очень высоко. Ну, колбасные изделия, конечно, мясо очень подорожало. Ну, что, крупы вроде бы подорожали тоже. Немножко, но подорожали. Мясо на яйца поднялись. Да, особенно на курятину. Наверное, в связи с этим ажиотажем вокруг этого запрета, по всей вероятности, так. Особо не отразилось, особо. Почему? Кубань богата наша продуктами, этими фруктами, овощами. Поэтому, может быть, где-то в другой полосе, в средней, там как-то будет это видно, заметно. А у нас на Кубани этого незаметно. Я хожу в магазин несколько раз в неделю. Но не заметила какого-то сильного скачка. Молочко, хлебушек, все такие продукты, которые нужны каждый день. Да, немножко, да, повысилось. Цены? Я считаю, что нет. Нормально, все правильно правительство делало. То, что вот это санкции на Евросоюз сделало. В советское время, да, вы не помните, а я-то помню, значит, были колхозы, совхозы, все было свое. А сейчас все за границей было. А в настоящее время больше наше.
Вот, поэтому я считаю все правильно. Цены не поднялись. Ну, мы не заметили никаких подорожаний. Вроде бы все по-старому. Как было, так и осталось. Надеемся, что так и дальше будет. Прохлада радовала нас недолго. Пожароопасность 5 класса вновь объявлена на Кубани. С 21 по 23 августа многие районы подвержены возникновению возгораний. Так в эти дни в Ирмавире установится жаркая погода. Спасатели предупреждают о том, что в эти дни необходимо быть особенно бдительными и аккуратными в зонах риска. Это поля и лесополосы, где имеется сухая растительность. В Ирмавире сейчас регистрируется до 5 пожаров в день, большинство из них природные. Из-за жаркой и сухой погоды чрезвычайные происшествия могут возникнуть в населенных пунктах и на предприятиях. В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 01, либо по мобильному 010. Лагерь «Патриоты Кубани» начал свою работу. Дети от 14 до 17 лет прибыли на первую смену 20 августа. Интересная программа, увлекательные игры и самое главное – здоровый образ жизни. С подростками и их вожатыми общалась Анна Тулинова. Стартовая смена лагеря «Патриоты Кубани» называется «Беги за мной» и проходит с 20 по 23 августа. Она направлена на пропаганду здорового образа жизни, это во-первых. Вторая особенность смены – направленность тренингов и семинаров на сплочение коллектива. Программу мероприятий разрабатывала Валерия Гаврикова, один из организаторов лагеря. Ночи напролет Лера придумывала оригинальные игры, чтобы детям было не просто интересно. Старалась так, чтобы дети приехали в восторге домой и сказали: «Мама, мы хотим еще». На разнообразие проходил вчера ночной дозор с разными сказочными персонажами. Дети были просто в диком восторге. В общем, очень насыщенная программа. Активный отдых – основа здорового образа жизни. Участники смены целыми днями работают как умственно, так и физически. Сюжетно-ролевые игры, семинары, тренинги, беседы на актуальные темы современности – все это включает в себя программа лагерных мероприятий. Среди отрядов ведется своеобразный конкурс. Каждая игра или тренинг определяется как этап, за который команда получает определенное количество баллов. В конце смены выберут победителя. Специалисты стараются привить детям и чувство ответственности, ведь для того, чтобы быть лидером, нужно обладать верой в себя и самоконтролем. В принципе, довольно-таки неплохая смена. Ребята все активные, позитивные. Приучаем к тому, чтобы они сплочались побольше, ведь в большой команде работать легче. Сюда, в хутор Первомайский, приезжают самые трудолюбивые дети из клубов по месту жительства и из трудовых бригад. Все они принимают активное участие в жизни лагеря. Лера Коробко увлекается спортом и туризмом. Она считает, что подобные мероприятия очень помогают в жизни. Мне очень нравится тут. Приезжаю сюда не первый год. Очень интересные задания, мероприятия, хорошая организация. Физическая подготовка и игры на сплочение помогают. Лагерь «Патриоты Кубани» существует уже 6 лет. В этом году будет работать 3 смены с 20 по 29 августа. Анна Тулинова, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Жители и гостей города продолжают радовать фестиваль национальных культур «Многонациональный Армавир». Большинство народов посредством концерта уже познакомили всех желающих со своими традициями. Подошла очередь и общественной организации «Адыгская культура Адыга-Хаса». Состоится праздник 22 августа в 6 часов вечера на Центральной площади. В этот юбилейный для Армавира год организация подготовила для жителей очень интересный сюрприз. Перед горожанами выступит адыгейский государственный ансамбль народного танца «Нальмес». Для городской общины, которая существует 10 лет, это значимое событие. Уникальная возможность приблизиться к культуре своего народа. Напомню, в Армавире проживают более 3000 адыгейцев. Наши цели и задачи общины состоит в том, чтобы сохранить традиции и обычаи нашего народа, которые действительно означают то, что вы должны все помнить свой род, язык и культуру. Вот исходя из этого культуры, мы решили пригласить прославленный ансамбль «Нальмес», который состоится на центральной площади города Армавира в пятницу 22 числа в 18:00. Всех ждем. 11 дней отдыха ожидает армавирцев в январе будущего года. Минтруда внесло проект постановления о переносе выходных для рационального использования времени. В соответствии с ним граждане смогут наслаждаться новогодними праздниками с 1 по 11 января.
Исходя из этого, выходные дни 3 и 4 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, это суббота и воскресенье, приносятся на 9 января и 4 мая. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней и включат Рождество Христово. Также и февраль порадует своими выходными с 21 по 23 число, совпадающие с Днем Защитника Отечества. 8 марта отметим с размахом с 7 по 9. А вот в мае армавирцы отдохнут с 1 по 4 число и с 9 по 11, в июне с 12 по 14, тогда страна будет отмечать День России. А вот в ноябре нас ждет всего один праздничный выходной – 4 числа – День народного единства. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», улица Азовская, 4 и Тургенева, 140, торговый центр «Оскар».